Так, идем обратно. Можно еще поискать какие-то секретные ракетницы. Ну, пока прикольно, но я не знаю, наверное, быстро надоест. Будет ли мотивация всю игру проходить? Оп! Тут я не был? Пока многие вещи радуют. И дымы подсвечиваются, вон задание видно, где находится. Надо еще искать. Примерно понятно, куда идти. Даже прокачка какая-то есть. Мне интересно, можно ли будет итемы прокачивать на оружие. Скорее всего, нет. What the hell? What the hell? What the hell? Ой, блядь! Надо! 17 хп, блядь. Это спин-офф к четвертой части. Обе хорошо, по-своему, есть хедшоты. Хедшоты я заметил уже. И спринт с распрыжкой, попробуй так. В настройках лучше увеличить field of view. Игру делали укры разраба, не гайды здоровья. Пока мне устраивало field of view. Ненормально. Так, это... О! Ну вот, хил падает с врагом. О! Вот это мне реально поможет. О, это бомба его? А, нет. Ну, пока прикольно. Вопрос, насколько этого хватит, ну... Ой, блядь. Я не вижу их. Сука, дроны ебаные. Да как я должен додожить? 5 хп, найс. Вот так-то лучше. Привет, Квик. Играешь в онлайн-игры? Если... Пока нет. А, в Тарков обычно играю, но сейчас уже не играю в Тарков. Baldur's Gate 3 очень сильно много. Может тише что-то сделать, потому что надо. Громкость голоса не будем уменьшать. Громкость музыки подуменьшим, громкость эффектов. Общую. Хотя оно, блядь, не сильно это и уменьшается. Я не понимаю, короче, вот этой вот логики, знаете, типа, ты уменьшаешь, оно вообще не уменьшается. А потом в самом конце, вот здесь, оно начинает уменьшаться. Так, я сделал сейв на 5 хп. Хоп! Впрочем, какая разница, 19 хп или 5 хп? Я сейчас, если играю без стрима, то он ли Baldur's Gate 3. Потому что эта игра меня, ну, очень сильно увлекла. Я очень сильно жду, когда можно будет поиграть с одной жизнью в нее. Я буду заново в нее играть, то есть получается, ну, у меня будет первое прохождение часов, потом будет еще одно прохождение. Что там лежит сверху? Или мне показалось? Оп! Так, что идем сюда? А чё? Подствольный гранатомет на дробовик? Так, подожди. Вот. Ого. Качественная альтернатива режима стрельбы — метать гранаты. Хуя. Hello, can you hear me?
I need help. I'm in the comm tower. Please, hurry. Это зомби? Oh yeah, another princess in the tower. Зомби? Здравствуй. Граната на дробовик. Very nice. Huge. А, ну еле коцает, блядь. Бля, не вижу их. Ого. Ого. На пистолет. Бля, серьезно? Да кто? Да ёб твою мать, эти зомбаки жесткие. Ну их много очень. На хедшоты давать. I see you guys are really happy to see me. Да кто меня стреляет, пидорасик? Кто, блядь? Меня стреляет сверху. Ням. Сила духа. Ну что, повеселимся?
почему у него есть хейт-барон? Ну окей, он выиграл, я ничего уже не сделаю. Просто бред ебучий. Что это такое? 2-7, блядь, что за хуйня ебаная? Ну все, это финиш. Пора ныть. Что это такое, блядь? Я ничего не могу сделать против этого. Это по финиш. Я ничего против этого не сделаю, это вообще пиздец. Это просто... No comments. Что делать? Мне кажется, меня уже ничего не спасает в этой игре. Просто... конец. Даже не могу хейст барона убить. Потому что если я его убью, то пропадет мой. Почему противник ожидает себе хейст барона? Конечно, он сап еще нашел. Ну про... О, все, пора найти. Ой, все. Ну, блять, не везет. Конец. Если упаду на топ-200 обратно, то все, ливаю. Потому что слишком минус мораль. Какого черта? Ему слишком повезло. 7 хп у хейст барона теперь. Полная хуйня! Он нашел лучшие карты! Это полная хуйня! Посмотрите на это! Он нашел лучшие карты! Что делать? Он нашел все лучшие карты и сразу же победил. Что за блядство? 7 хп, оно не убивается. Потому что 7 хп. Ты не можешь убить 7 хп. Конец. ГГ. Сейчас бы найти лучшие карты. Я не хочу играть. Все, минус мораль, мне не везет. Бегай. Конец. Возможно, последняя. Я потерял мораль играть, не хочу больше. Не пошло. Мне так не нравится, мне так не нравится. Я не хочу чекать, мне неинтересно. В каком перерыве? Я не делаю перерывов. Наоборот, если 120 лямов подписчиков, значит, скорее всего, супер хуёво. Блин. Ты смотри, ты сказал, что у тебя дохуя подписчиков, грубо говоря, ты указал, что 20 лямов подписок, значит, есть шанс, что типа хорошо. Но это наоборот, чем больше подписчиков, тем хуже контент. Чем больше подписчиков, тем хуже то, на что подписываются. Очевидно. Это же взаимосвязано, только у многих людей неправильное представление об этой взаимосвязи. Как бы... Чем меньше, это не значит, что это лучше. Но чем больше, это гарантированно значит, что это плохо, типа. Вот. Это так работает. Это работает в одну сторону. Чем больше, тем хуже. Чем меньше, ничего не значит. То есть просто ничего. Но чем больше, тем хуже. Это прям гарантия, прям 100%, блядь. Зачем чекать рандомную девку, у которой еще... Ну, как вот ты сказал. Почему я даже о ней не знаю тогда? Если у нее 120 лямов подписчиков. Значит, это какой-то ужас, наверное, там, типа этих вот всяких. Это чё? Это плохо. Змеи? Ну, змеи это не страшно. Какой-то Secret Hunter. Змеи это ещё терпимо. Если бы фунирует, как это...
страшная такая угарная очередь. Блин, никогда не любил играть Хантер против Хантера, потому что другие Хантеры, у них деки агрессивнее. У моего Хантера не такая агрессивная дека, как у большинства Хантеров. И в итоге Хантер против Хантера, ну я в дерьме оказываюсь, смотрите, мне даже нечего сыграть. Не так быстро. Особенно Secret Hunter для меня сложно. Ну вот, я проебал. Ничего нового. Зиря Икса играть очень опасно, вдруг там, ну, три страпа. Нет, дракон есть. Короче. О, в чате уже рофлит. Час стрима раз в три дня. Я не сказал, что я офну сейчас стрим. Я сказал, что я больше, ну, не могу играть, потому что я начинаю проигрывать. Без стрима я никогда не играю, когда я начинаю проигрывать. Типа на стриме только я постоянно вот сижу, даже если я проигрываю. Очень. Смотрите, тут вариант. Виверну можно сыграть, потому что там 3 страпа, я сразу проиграл, да? За что играть это в итоге? Можно собак вызвать, посмотреть, что там есть. Опа, фризы! Что-то изи! Фаертрапа. Прочистил. Но по факту я проигрывать начинаю. Я же дэмэдж получаю. Ему важнее нанести дэмэдж, чем мне. Потому что у него больше способов закончить. У меня меньше способов закончить. Эй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, если есть Зилия, кстати, наверное, луз. Сразу же. Можно сюда сайленсера поставить, но это рано, думаю. Начнем с Виверна, там посмотрим. Мне не нужно Виверн играть, потому что у меня Зул'джин в руке. Если он поставит сейчас Зилиакса, если он соединит эту, это будет миллион дэмэджа. Ну, это 7 дэмэджа, он отхилится. Это очень жестко. Хорошо. Это плохо. Почистим. Можно сыграть собаку, убить 4-1 и АОЕшку сыграть с Фирыча. Можно просто виверны проверить, что там с трапом. Насколько я понял, там всех трап по одной штуке, насколько я понял, правильно? Да. Тогда что мы? Просто зачистим, да? А если там фристрап? Нет, если всех трап по одному, то там можно фристрап. Фристрапа уже была. Охуенно. Сколько из 10? А где Silence? Почему нету Silence за 0 маны? А бля, я ебал. Где Silence? Я не понимаю, как этот Зефир работает. Почему он Silence не предложил? За 0 маны можно Silence завязать.